Сегодня 10 октября 2020 года. И наш первый вечер в Гаграх. Мы только сегодня приехали. А посмотри, прямо у берега цвет солнышка. Я снимаю. Вот закат солнца. Я искупалась, а тетя Люба и так сидит замерзшая. Вот. Полотенцем накрылась и наблюдает закат. Ну, повернитесь, что ли, я вас снимаю. Вот. Сидит, замерзла, завернулась в полотенце. А я искупалась. Заходишь, вроде холодная вода, а когда полностью плывешь, нет, теплая. Ну, днем жарко было. Днем было жарко. Завтра днем придем купаться. Народ есть, несмотря на то, что ветер. Вечер. Сидят вон там дальше. Тоже наблюдает. За закатом солнца. Добрались хорошо. Лену только у нас тормознули на границе. Ну, я думаю, со временем все решится.